Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в КСП. Это наш сканирующий зонд. Ой, надеюсь, я ничего в нем не забыл поменять. И он полетит сейчас сканировать Минмус, поскольку вокруг Минмуса крутится наш челленджер, который жаждет узнать, где на Минмусе много топлива, с тем, чтобы там заправиться. К счастью, я сохранил этот кораблик. Поехали. И, возможно, в этой серии будет посадка. Но я не уверен в этом. Кстати, отменить полет. Возможно, у меня есть более продвинутый робот теперь. Что у нас тут стоит? Горизонт Окта у нас тут стоит. Горизонт Окта. 150. Вот это, по-моему, круче, Гекс. Доступ к Кирбанету. Передача научных данных невозможно. Посадочный модуль, посадочный модуль. Это ничего. Судя по цене. Следующий шаг по сравнению с чем? Так, это доступ к Кирбанету. Тангаж. А, больше умеет... Нет, Гекс, да. Это Гекс. У него есть САС. Настолько стабилизации, понятно. Соединить трошку куда-нибудь. Так. Где-то там спрятан собака страшная. Так. Это мы отцепляем. Что произошло? Все. Туда иди, Екс. И сюда иди, Екс. Так, все вроде. Екс. Все, прекрасно. Замена удалась. Донор жив. Сохраняем. Точка. А, это вот это вот. Все. Так, проверяем. Это твердотопливный? Обалдеть. Так. Отстрел включить. Отстрел того. Все нормально. Поехали. Ну вот он чуть побольше умеет. Уже приятно. Так, вроде полный ход надо запулить. Почти полный. На твердотопливниках сначала пойдет. Так, старт. Неплохой разгон. Потому что в основном движке топливо поменьше, помедленнее кончалось. Это еще один. И вот этот махонький вообще маневровый двигатель. Эта штука долетела до Муны нормально. Я надеюсь, до Минмуса она долетит не хуже. Да, хорошо, что я не стал с ними разгоняться, потому что уже 250. Химические разгоны. Это уже пошел срыв потока. Ну, я как по самолетам срыв потока. Не срыв потока, это... трение в атмосферу. Жуткая, сильная. Так, все. Разреженные слои.
отстрел. И начнем сейчас потихонечку его заваливать. Хотя не факт, что я делаю правильно. Мне кажется, всегда говорят, что ты пораньше их поворачивай. Но он же... Фу. Ну, чудом же удерживается. Так, все, стоять. Стоять. Зорька. Давай разгоняйся, мы пока на тебя там посмотрим. Что мы тут имеем? 63. Прекрасно. И в горизонталь. Разгон. Скоро отстрел. Но 1000 у нас есть. Какой другой движок стоит или такой же? Такой же, по-моему. А надо 2. Но мы наберем. Ух, как он втопил. Кто тут? Факел. А, ну да, это небольшие двигатели для зондов. Давай, 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 давай. Так, почему... А. Так, давайте в более экономичной точке поразгоняемся. Где-то тут. И тут надо быть осторожным, эта зараза может остаться без связи в любой момент. Так, разгон по орбите. Выдайте нам наши 2000. Хорошо бы еще, чтобы осталось что-нибудь. Ну, на, останется. Минус мы точно стартуем. Так, пора сюда. Ой, елки. Ну нет, мы разгонимся, я верю. Да, пошел разгон. Есть. 8120, ну ничего, нормально. Так, Минмусятина, ты где? Вот. Ох ты, какая у нас несоосная орбита. Окей. Помощь целью. Так, ну, дать отсюда. Добавить маневр. Я будем развлекаться. И пошел маневр. Да ладно. Да, давайте отсюда. Так, примерно в Муну приходится, но в Муну нам не надо. Нам нужно в Минмус. Вот ты как тебя повело. Выход Кельвина. Центр Солнца. Эрос. О, колбасит-то. Не, можно не извращаться, можно просто сразу. Орбитку-то корректировать. Будет гораздо легче.
Ох ты, как я ее. Ну ладно. Что там у нас? Ага, вот есть. Не, это выход из Кербина. Извиняйте, это не то. А нам нужно приход к Минмусу. Вот он. Минмус. И мы сразу топим, похоже, на полярную орбиту. Ладно. Ох ты ж, как мне все это странно. Ну ладно, давайте вот отсюда где-то начнем. Стоит время до этой точки. Очень лихой такой маневр. Как бы не пролететь. Ну, сейчас становлюсь. Я сохранюсь тогда сейчас. Так, и погнали. На курс становиться наши роботы пока не могут. Поэтому наши роботы пока будут вручную управляться. О, какой у нас курс интересный. Вообще не по орбите. Минус 18 секунд, я считаю. Нормально, вперед. 1000 мы на полном будем газу набирать. А потом уменьшим. Опа. Неожиданно. А вот это неожиданно. А вот это можно и без топлива остаться. 600. Ну, тикает медленно. Я думаю, там в районе сотни останется. Затормозить-то хватит. Давай, давай, давай. Уменьшаем. А то уже полетело он лихо. Сейчас можно проскочить. Потом опять придется пятками тормозить. По счастью, садиться этому капеллацию никуда не надо. Ему нужно просто орбиту. А, кстати, ему придется коррекцию орбит проводить. На полностью полярную. Как-то топливо ему понадобится. Стой! Успел. Успел. Шикарно. Остывает движок. Так, что мне от тебя надо? Тебя мне надо. Солнечные панели. Все, на планету ты больше не вернешься. Выдвини антенну. Угу. А ничего серьезнее у тебя нету. Блин, а как ты Марс сканировал, бедолага? Ну ладно, будем верить, что у тебя все будет хорошо. Пошли на другую сторону орбиты развлекаться. САС выключись. Так. Перед центром Минмуса. Ох, у нас такой тут выстрел прям. Со свистом просто. Ускорить. Он так это, во вселенские дали, я чувствую, просвистеть может. Так, мы переключились. На Минмус. Минмус, это сканер. Как дела? Так, прекрасно. Скорость 300 метров. Ну, тоже не самое хреновое, что бывает. Так, проматываем. Связь. Через некий телеком. Или вообще напрямую. Вот только что было напрямую. А сейчас он переключился на минус. Ибо у нас там есть релейная станция. Ну, у нас там есть челленджер. Который не даст погибнуть. Давай сюда. Ускорить. Прекрасно. А вот теперь мы воспользуемся особыми способностями. Разворот. Тормозим. Лап. Появился. Ну, тикает.
Так, а что у нас тут? Ай, это ступени. У нас одна ступень. Так. Ух. Скорость надо сбавлять. Ух. Там меньше сотни, по-моему, надо, чтобы было. Притык. Притык. Ну, давай уже. Выходи на орбиту. Минусы приятные в плане вот космической всей этой навигации. Со своей отсутствующей гравитацией. Просто красота. Есть. Орбита. Всего 900. Издеваетесь. По-моему, великоват движок для такой крошки. Или это все минус? Давайте сюда. Ускорить до этой точки. Это там бедолага накручивает круги. Кстати, у нас же еще лаборатория навыдавала научных результатов. Разных интересных. Так, крутимся. Погнали. Давай, давай. Пошла крутиться, но тут уже. Ну давайте еще притормозим. Так. Вот так, наверное, тогда. Оттуда. Тут такой еще момент. В таком изображении, где у этой собаки полюс? То 78, 76, 77, 4. А, норм, в общем. Ну, строго говоря, да, вот. А вот все, орбита появилась. А что мы зовем полярной орбитой? Он вокруг чего крутится-то? А он вообще крутится? Так, отключим. Активируется. Активировать, говорю. Ресурс. Тема ресурсов. Эй, минус. Лампочки. Лампочки. Кербанет, все дела, доступ. Отлично. Ну это ладно. Давайте управлять. Инверсия, тепловая карта. Синий. Монохром. Черт возьми. Я включил сканер. Где моя схема ресурсов? Так, ладно. Геологические ресурсы. Первичный поиск. Полярную орбиту. Хорошо. А, вот уточненные. Ну что, будем считать, что полярная орбита это перпендикулярно плоскости эклиптики.
Отключить. Да. Вот ты так летишь. Ну, что-то не задано точь вращения этого всего счастья. Так, давайте вот так добавить маневр. Нет, не туда. Это разгон. Йоу. Тут что не крути. Так, кыш. Добавить маневр. Итак, мы летим вот туда, видимо, да? Так. И что? Так. Да? Туда. Вот. Так. Туда. Вот. Мы изменили орбиту. Типа на полярную. Теперь осталось узнать, в какую сторону по всему этому счастью летим. Так, туда мы летим. Прекрасно. Значит, где-то здесь нам нужно сколько времени до этой точки. 130 метров мы легко непринужденно сейчас наберем. И будем считать, что орбита наша станет полярной. Минуту, да? Минуту много. Так, погнали крутиться. САС есть. Почти то ли нормаль, то ли антинормаль. Путаюсь я в них. Чуть ускорим. Погнали. Слушайте, интересно, орбита-то уменьшается. А вытягиваться будем? Не, не то, чтобы я, не то, чтобы я против был. Мне, в принципе, такой радиус орбиты вполне устраивает. Давай, 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 вставай в орбиту. Ой, мы уже разгоняемся. Нам точно это надо? Ну ладно. А теперь тормознемся немножко, потому что орбита высокая вышла. Ай, ты что тут у нас творится? Так, ты сгинь. 77. 212. Переборчик, ребята. Переборчик. Семь, 74, ну так. Так, что у нас теперь? Надеюсь, Skyeng Planet разворачивать не надо. Активируем. Я бы ресурсов. Ну и какого? Нет. Вот. С орбитального вида. Ага. Великолепно. Ну, засим этот кораблик останется на орбите, потому что, ну, 70 литров я его только к мне могу перегнать. Тон, ладно.
Пусть висит. Мало ли чего. Кстати, а наша база стоит в неплохом месте. Ну, в общем, как-то так. А на этом мы серию заканчиваем. Всего хорошего. До новых встреч. Посадка будет в следующих сериях.